Всем приветики. Купил себе такой вот напильник. Так вот он выглядит. Вот он такой вот. И купил я его себе для того, чтобы заточить им паяльник. Но сразу я его уже заточил. Вот в чем дело. Просто я когда его купил, думал, ну что его показывать? Обычный напильник. А потом, когда я уже завершал точить, заточку напильника этим паяльником, заточку жала паяльника этим напильником, я подумал, блин, было бы круто снять весь процесс, как это все делается, как он из такого, он был, получается, так он сейчас с четырех сторон заточен, такой остренький, а был только с двух, и не так остро, а вообще вот так как-то, ну, то есть, как-то вообще неудобно было, а сейчас более острее стал, а был какой-то такой. Вот, но только потом, когда я уже закончил затачивать, думаю, блин, надо было снять процесс, но уже было поздно, я уже завершал. Сейчас обязательно сниму, как я буду в ускоренной съемке, так, и он такой быстро из такого, так, затащился бы, было бы прикольно, я думаю. Как он за несколько мгновений стал бы в ускоренной съемке из такого почти что плоского, из такого таким, то есть, как бы, ну, реально. Вот, ну так классненько выглядит теперь. Им теперь удобно будет паять. Так, вот он. Такой вот стал классненький. По сравнению с тем, что было, стало намного лучше. Вот он. Вот. А потом покажу, как им пользоваться. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.